Re, viss ēters ir te! Оставить под стражей такое решение принял Рижский окружной суд по отношению к трем подозреваемым по делу о закупках предприятия «Рига Сатексме». Под арестом останутся бывший глава «Рига Сатексме» Леонс Бемхенс, директор департамента «Рига Сатексме» по развитию и содержанию инфраструктуры Игорь Волкенштейн и должностное лицо чешского предприятия «Шкода Транспортейшн» Владислав Козак. Решение суда не подлежит обжалованию. Через два месяца суд Видземского предместья Риги примет решение о продлении или непродлении ареста по отношению к подозреваемым. В то же время следователь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией может изменить меру пресечения в любой момент. Напомню, суд выдал санкцию на арест Игоря Волкенштейна, Владислава Козака и Леонса Бемхенса в середине декабря.